Всем привет! Мы с вами отправляемся. Стоп. Кто у меня там задание давал? Граф Трейдиан. Граф Рудиус. Чонагрейн. Арафа. Вот. Со мной. Да. Все. Следовать за ним. Сопровождать. Сопровождаем его. Но я как бы с тобой же. Слишком быстро сжигает Могин, чтобы программировать камень, мне требуется 8 голос кота. Мне без Шикарно. Я не знаю, у нас можно купить их в этом. В деревне. Насколько я понимаю, нет. Ну ладно. Во-первых, мне бы заехать в городок и все, что у меня есть, сдать. Для этого надо, во-первых, городок найти. Самый ближайший это либо Учкала, либо Суна. Давайте в Суна съездим. Я надеюсь, мы быстро обернемся туда-обратно, потому что ну, все плохо. Вон, бандиты еще есть. Сколько у них? 3-1. И у меня 3-1. Че они такие быстрые? Офигели, что ли, так быстро бегать? Ладно. Так. Готовы к повышению. Ополченец. Готово. Продолжить. Давай, 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 давай. Пожалуйста. Ну, есть. Атаковать. Да, у меня из 40 только 36. В здравии, так сказать, но. Кстати, надо будет, наверное, нам этот арбалет отдать нашему вот этому пареньку. Я не помню, как его зовут, который с арбалетом бегает. Он им будет управлять, если у меня лучше, чем у него. Потому что я в любом случае стреляю из него паршиво. А он, может, хоть что-нибудь настреляет им. Да. Я еще и на ходу его заряжать не умею. Вообще печаль. Вот поэтому мне больше нравятся луки, потому что более быстрые. Скорость тут играет тоже немаловажную роль. Да, наконец-то я взял топор в руки. С топором, так сказать, не так напряжно. С топором мне нравится даже больше, чем с мечом. Все. У меня кого-то вырубили. По крайней мере, одного я видел точно. Трое раненых. Вот видите? Плюс мы троих следопытов возьмем. Но этих нам брать некуда. 27, 10, 16. Да. А, вот это уже брать некуда. 15 колющий. Давайте вот это возьмем. Я, правда, не знаю. Давайте шапку выкинем к чертовой бабушке. Цена продажи. Вот, блин, цена продажи 7, цена продажи 5. Заберем покупки, покупки. Вот так. Ну, вот так как-то. У нас готовы к повышению. Всадник. Еще два копейщика, два пехотинца. На этом пока все. Опять же, мы отправляемся обратно в Сунно. Суна. Нет, мы в Суна уже не. Давайте Учхала. Черт с ним. В Суна будет долго просто ехать. Оно дальше, намного дальше находится. И после этого отправимся пытаться как-то найти скот этот. Я не знаю, где его взять. Наверное, придется разграбить какую-то деревню. Это будет не так уж и легко. Посредник. Да, есть кого продать. Ого, дорогой, слушайте. Хорошо. Рыночная площадь, торговец оружием. Вот тебе это. Короче, продаем все.
Вот это я продавать не буду. Вот это я продавать не буду. Вот это я продам. Так, теперь меня интересуют стрелы. Есть у тебя? Да, есть. Вот стрелы. Плюс один к урону, плюс один к урону. Это болты. Плюс один к урону, серьезно. Цена 100. Ладно, давайте возьмем. Потому что я хочу кое-что взять. И сделать, точнее. Нет, вот этот. Говорить. Дай заглянуть. 49 у него колющий. У меня плюс один и плюс один. Хорошо. Это болты. Болты мне не нужны. У него 27-10. У меня 23. У меня даже хуже. Теперь у меня будет такая. Кто у нас там бегает не в очень хорошем колете? Ну, давай с тобой посмотрим, что у тебя тут. 26. 23-9. Давай так хотя бы. Сохраняемся. И пытаемся найти какую-то деревушку на отшибе, желательно, чтобы мы могли хотя бы попытаться отбить у нее этих коров дурацких. Нам нужен скот, а у нас нету его. Печально. Причем я понимаю, что единственное, что можно сделать, это разграбить деревушку какую-то. И там будет... они вот этот осаждают, да? Купить нечего. Давайте уходить. Так, давайте, во-первых, сохранимся, а то я что-то взорвался немножко. Есть тут кто? Нет. Ну и нормально. Блин, после разграбления. Плохо. О, дезертиры. Бегают тут. Мирных людей пугают. Тренировку получили. 60 опыта. Да боже. Это ночь дурацкая. Я не успею. Мне надо ее разграбить, и я стримаю. Так, это охотники за головами. Ой-ё. Что ж ты у нас тут бегаешь-то, а? Тварь ты. Бир. Как думаете, он за мной побежит? Нет, давайте вот так сохранимся, а потом... Похитить сход. Он мне дает... Серьезно, не удается украсть? Я хотел просто украсть скот, но если вы не даете... А, все, мне жопа. Да, мне жопа. Знал, что это не получится так сделать. Так, во-первых... Да куда ты пошел? Не туда ж. Да, это очень удобно. Не знаю, кто придумал это, но я прям тебе благодарен. А, все. Я провтыкал задания, поэтому можно их зарезать к чертовой бабушке. Забить 4. Печаль, я задание не успел выполнить. Но зато у меня... Так, снаряжение это хорошо, но не то. В общем, кинжал мы у тебя забираем, потому что он тебе не нужен. Давай-ка посмотрим на твои навыки. Ловкость. Мощный удар, атлетика... Сбор трофеев тебе не нужно. Зоркость. Дайте перевязку ран тоже. Да по нём. Готово.
не то. Дай-ка мне взглянуть. Вот, интеллект. Ему тоже перевязку двойную, причем. Вообще шикарно. Это лекарь будет наш. Вот, драка, 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 драка. Может, успеем? Нет, не успели. Обидно. Досадно, но ладно. А куда дальше? А, они развернулись, просто домой убежали. Прикольно. Какие-то бестолковые они получаются. Копейщик, копейщик. И куда нам идти? Кнудар. Ну и название вот этого замка. Мечен. Хорошая деревня. Красивая деревня. Заберем добровольцев и свалим. Теперь у нас есть добровольцы норды. Так, а ну-ка, давайте посмотрим. Кстати, нордов достаточно много. Три крупных города и куча деревень и замки. Да. Давайте поедем где-то в ту сторону. Куда-то сюда, вот так. Может, где-то успеем повеселиться. Но пока не вижу вообще никого. Просто один, как дурачок, по карте бегаю. Интересно, получится у меня все-таки разграбить эту деревушку или нет? Вот тут повышение схватил рекрут. Причем один только. Почему только один рекрут? Караван. И я сейчас ради интереса попробую. Если не получится, то перестану страдать фигней и... Зарабить и сжечь. И... Да, успел. Валим, 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 валим. Да боже, хватит. В смысле, что? Я что-то пропустил. Но не важно, мне нужно свалить отсюда по-быстрому. А у меня нет места на это все. Черт с вами. Я себе куплю. Быстро. Ну, надеюсь, вы простите меня за, но нам еще... Да. Конечно. Главное, как пожрать, так все любят. А как поучаствовать в разгроме каких-то бедных селян, так нет. Вы что, мы слишком благородные. Охотник норд. Мы будем из нордов делать стрелков. О, тут ярл против этого... Сражается против замка, да? Он просто в осаде стоит. Или битва все. Нет, битва должна быть. Давайте посмотрим. Вдруг получится поучаствовать и помочь. Вряд ли, конечно, но все-таки давайте попробуем. Отгребем сейчас, конечно, не по. Ох, ё-моё, их тут бегает. Как собак нерезанных. Что, поможет кто-нибудь им? Нет? 82, наверное... А, ну да. Смысла там 400 человек на 70. Они чего-то вот эти ждут, непонятно чего. Тут красиво. Сейчас они захватят и вот эту, и вот это.
А ну-ка, у меня получится то, что я хочу. Чего? Вы пьяные, что ли? А, я типа уже все ничейный, что ли? Ну да. А, круто, я закончил войну, все, меня не колышет ваши проблемы. Я провтыкал момент, когда я вышел из этого. Когда закончились 3 месяца моего пребывания в их войске. Неплохо, слушайте, вообще шикарно. О, лесные разбойники. Так, нежданно-негаданно я все сел, сохранил жизнь нормально. Так, во-первых, давайте... Хотя таверна мне зачем? Ты у нас путешественник. Ты у нас кто? Деньги. Деваши присоединилась к вашему отряду. Ну, давайте посмотрим, что у этой Деваши есть. 23,9. 3 защита ног. А у меня есть, но у меня защиты ног нет. Я все продал, блин. 30, 15, плюс 1, 20, 20. На тебе еще кинжал. Ладно. Готово. Сунна, площадь оружейная. Во-первых, давайте продавать вот это. Соль. Нет, вы что? Нет, нет, нет. Дорого. 225, нет. Не, я жадный, я жадный, я не дам вам этот, чтобы просто его провтыкали. 252, ну ладно, 1002. Доспехи. Сколько у них? 1002, 1100 у них есть. Нормально. Всякой всячиной. Вот тебе это. У них 1600 есть. Не хватает чуть-чуть. Ладно. Кстати, еда закончилась. Надо бы, наверное, еды прикупить все-таки. Хлеба. И виноградник. Фух, так. Во-первых, давайте-ка сохранимся. И где-то тут я видел 20 разбойников. Я хочу с ними пообщаться. Они явно интересные. И я их опять же не вижу. Свалили твари. Ладно, ладно, ладно. Давайте посмотрим. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Мы можем, кстати, присоединиться к нордам, я думаю. Будет весело. Вон они как весело бегают, захватывают замки. Так. Или побегаем пока свободными. Вся проблема заключается в том, что мне некого убивать. Вот, лесные бандиты бегают. Караван. Куда они свалили, непонятно. Чё? Почему у меня улучшились с ним отношения, если мы как бы вообще нигде не состоим? Это как-то странно, по крайней мере. О, 3-0, а у меня 3-1. Слушайте, я быстрее. Я имею все шансы догнать этого придурка. 2-1, у меня 3, 2-2, блин, все. Точно, я сейчас догоню и убью.
Шикарно. Прям невероятно. И 5,5,3. Ляп. Атаковать. А ну-ка, где они там? А, вон они. Эй, ты вообще неизвестно, куда отправляю эти стрелы. Типа, воевать? Не мое. Я больше куда-то стрелять неизвестно куда. Почти. Ну, я ж попал. Ладно. Двоих убили уже. А чё за фигня? Мы типа не участвуем в боях больше, чем один на один или что? Просто сейчас потерял двоих, неизвестно из-за чего. Троих даже. Я офигею с вас, ребята. Чего вы стояли? Ждали с моря погоды, что ли? 32, 18. Тинь! Вы перешли на 10. Чё? Дурацкая привычка из ТЛД все проклацывать просто. И я теперь... Не знаю, что он мне сказал. Ну, смотри, какой мощный, мощный, слушайте. Где у нас там барышня, которая... А, нет. Нет, нет, нет. А, вот. Деваши. Какая симпатяшка. Плюс 19, плюс 8, давайте. Плюс 19 тебе ставим. Так, 26, 9, 24, ну, 23. Давайте. Так, плюс 14, все лучше, чем то, что у тебя стоит. Так, теперь 18 колющий, 15, ну, можешь, носи. 17, 15, 31, 31, это неинтересно. 32, топорики, ну, топорики хорошо, но не то. Ну, в принципе, пока на этом с тобой закончим. Так, я перешел на следующий уровень. Давайте-ка докинем мне интеллекту, а то я очень туповатый. И первая помощь. И хирургия. И стрельба из лука. И готово. Сохраняемся и продолжим мы уже в следующей серии. На данный момент всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Всем пока.